Всем привет! Мы отправляемся в новое путешествие. И сегодня с нами едет Наташа. Привет. Ну и, конечно, Лера. Лера сегодня маленечко не в духе. Наверное, не выспалась. Почему я не в духе? А почему тебя не снимать? Потому что... Ты у нас звезда Ютуба. Ну, хватит приставать человеку. Ну ладно, все, мы едем на Телецкое озеро в Республику Алтай. Ой, остановились. Перед Бийском чуть-чуть до Бийска не доехали. Мои девчонки, как обычно, потребовали остановочку. Поток страшенной машины идет, смотрите. Туда, сюда. Ехать очень долго, да еще плюс реверсивное движение, потому что делают дороги. У нас, как обычно, середина лета и начали дороги делать. Так что едем медленно, но мы сегодня никуда не спешим. Нам надо доехать до Артыбаш, это на Телецком озере, и заселиться. Рассказываю, это место, где я разбился, вот с правой стороны камень будет. Михаил Евдокимов, вот камень, да, на этом месте. Губернатор. Да, наш губернатор и известный актер, или кто он? Не комик, актер, комик, наверное. Комик. Юморист. Юморист, да. Вот здесь он летел со скоростью 200 км в час на Мерседесе. И врубился в березу, вылетел с трассы, и все, хана. Так что вот так вот, такая небезопасная трасса это, Чуйский трактор. Вот, подъехали мы к Бийску. Дорожка кошмар, до Бийска ехали больше 2 часов. Какие-то 160 километров. Проезжаем Бию. Это река Бия, которая потом совместно с рекой Катунь образует реку Обь. Вот в одном месте мы переехали, потом дальше будем еще переезжать обратно. Вот такой мост здесь. Вот и с Росточки доехали, родина Шукшина. Сейчас здесь будет очень много народу останавливаться. Вот здесь находится музей Шукшина. Туда направо пошел гора Пикет, где были шукшинские выступления. Однако в этом году в связи с коронавирусом отменили. До Горно-Алтайска нам осталось 55 километров. Вот так вот, это пипец, сколько машин. Кошмар. Дорога хорошая, а ехать невозможно. Впереди грузовики встанут и медленно-медленно едут. Ну вот мы и добрались, наконец-то, как любит говорить Наташа. Правильно, Наташа? В Республику Алтай, так, а здесь опять резко тормозим. Пешеходный переход. И с правой стороны у нас Катунь. Же Катунь, видно будет ее? Нет, Катунь не видно. Вот она ее видно, она мелкая. Ну да, вон она мелкая. Мелкая, да? Да. Нет, она растеклась. Она мелкая. Сейчас она я поближе подъеду, да. Сюда увидишь. Она стала мелкая. Больше с того года. Такая вот красота. Она, да. И солнышко вышло, самое главное, ребята, тепло. Да, нету солнышка. А это вот что по-твоему? Солнышко. Классно. Вот она, Катунь. Все, едем в Горно-Алтайск. Ташанта, Ангудай прямо, Горно-Алтайск налево. Мы сейчас налево идем. Сейчас находимся мы в Майме. Такая деревушка небольшая. Где? В Майме? Да, Майма. Вот он, Горно-Алтайск такой проезжаем. Посреди гол расположенный. Поворот налево. Ёпарас, это Лера, Лера, я маленечко отвлекся. Как дела? Надя же Лера. Как дела? Как дела? Хорошо. А нам сейчас направо надо. И тут, это, знаете, кто-то здание впереди вот такое. Это администрация. Нет, это Следственный комитет. Не угадали. Был крутой Следственный комитет. Да, сделали такой. Так, вот она, улица Чурозгурки. На Ослевой стороны как раз у них музей, где находится принцесса. Принцесса УКОК. Вот в таком здании у них находится Федеральная налоговая служба тоже. Нехилое здание такое для налоговой. О, полиция стоит. Да. Ребята, а что вот это за здание такое красивое? Отгадаете? Вот это? Да, музей. Вот это первое, вот оно. Вот это первое? Да. Музей? Нет, это не знаю. Это прокуратура республиканская. Да. Ничего не знали. А вот у них Куралтай, местный, Госдума местная. А вот площадь Ленина у них. Такая большая. Здесь елку ставят зимой. Да, вот суд с правой стороны был. То есть у них все... Это суд, который... У них свои законы. Законы гор. Да, у них законы гор, потому что это Горно-Алтайск. Нам осталось ехать всего 150 километров. Вот сколько мы будем ехать, засекем сейчас. 13.50. И во сколько мы доедем в Артыбаш, неизвестно, с таким движением я чувствую. И тучи, смотри, появились, Лера. Там было прекрасное небо. Чистое. Да, сейчас тучки. Дай бог, чтобы... А мне нравится такая. Нам с мамой нравится такая погода. Нам... На улице 29 градусов. Пытаемся выехать из города. Навстречу нам
Вот такая вереница автомобилей просто тупо стоят. Нам, я чувствую, придется, наверное, пораньше выезжать, чтобы не встать в такую пробку, когда обратно поедем. Вот едем по такой дороге. Закопался. Пропускаем встречный, да, трактор он закопался, экскаватор. Дорогу ремонтируют постоянно они здесь. Ой, помимо того, что реверсивное движение, еще вот такие объезды здесь. Это здесь мостовой переход делают, наверное. Давай поменяемся. Трубы прокладывают, да, Лер? Да. Что там да, делают? Да. Прокладывают какую-то трубу. Вот, мы проехали еще одну такую ливневку объезд. Делают. Там вот такие вот трубы лежат, и вот не знаю, что они будут туда пускать. Туда зарывают наши налоги. Наши деньги. Остановились мы на полустаночке. Съехали маленечко с трассы. Вот здесь такая природа. Дождь льется. И гром гремит. Устали маленечко ехать очень долго. Едем уже, но деваться некуда. Рулевой меняется у нас и поедет сейчас Наташа. Я буду сзади пить пиво. Пиво мне не дали, зато дали грушевые. Так что наслаждаемся грушевым. Да какое пиво в дороге? А что такие обороты? А вот здесь объезд. Под такую веселую музыку у нас. Веселая дорожка. Ну и вот опять мы стоим. Как вам дорожка? Прелестная дорожечка. Зато как... никогда не было на Телецке. Нет, смотри, сейчас-то зато какой асфальт кладут, видишь? Можно будет хоть боком ехать. А пока стоим. Дождик моросит плохо. Вон садят картошку. В камнях. Кошмар, дорожка. Речка, да, такая речечка. Полноводная. Ну и что, Наташа, как дорожка? Скажи ко мне. Дорожка, как везде. Огонь? Через букву А? Боевая. Да глянь, ну как по таким дорогам ездить? Кошмар. Просто дорогу размыло. Вот она, Чоя. Вот так же выглядит Чоя. По главной здесь, да, все время. По главной сейчас будем речки проезжать еще. Вот такой вот вид. Вон впереди Мариэра Магазин. Там Телецкое озеро. Нет, не надо. Давайте зайдем. Вот, река Бия, подъехали мы, ребята. А сейчас мы опять будем переправляться на правый берег. В Бийске мы переехали на левый, сейчас на правый. Да. Помнишь первый раз, Наташ, когда мы сюда приезжали, компания, мы вон там на берегу останавливались и жгли огромный костер. Да, сейчас направо уходим, налево как раз и будет Турачак. А вот здесь, видишь, торгуют люди. Ну тут хоть дорога более-менее сейчас стала, скажи, по сравнению с тем, что было, это вообще кошмар. Да нет, дорожки здесь тоже не очень хорошие. Надо не так делать, надо отъезжать подальше. Местами он просто гравий лежит. Сотрудники ГИБДД останавливают, проверяют запах и документы. Я думаю, что они запах проверяют. Нет, ну они, я думаю, на запах проверяют тех, кто отсюда едет. Да какая разница, люди... Наташа, осторожно, стрекочки-то какие тут. Кошмар, дорожка. Я тихо еду 40 километров. Ну видишь, дорога все равно отвратительная. Вот она Бия, широкая река. Красиво. Вот она Кипесения. Населенный пункт такой. Все, все. Вот и рыбку продают, кстати. Можно узнать, а почему. Ну, сегодня на сегодня нам рыбка не нужна. У нас на сегодня есть сосисочки. Лошадки какие стоят. Ой, вокруг них столько мух. Наташа, быстрее отсюда сваливаем. Вот, я Хариуса ловить буду. Вот такие крутые здесь повороты. И горная река у нас с правой стороны. Ну да, девочки, дома-то покрутили. Гостиница Артыбаш даже есть здесь. Да, и здесь дорога закончилась у нас. Да. Опа! Мы на той стороне. Кошмар. Да, мы в тот раз. Да, на той стороне называется Иагач поселок. Мы сейчас будем в Артыбаше жить, поэтому по вот такой страшненькой дорожке нам надо ехать прямо. Так, нет. Лера, и сколько времени у нас сейчас? 17:00, да? Да я звонила, на трубку не берет. 3 часа 10 минут мы добирались. 150 километров за 3 часа. У кого главное, у кого что? Помеха справа.
у них главное, да. Они ремонт здесь делают с того года еще. А вон кораблик Пионер Алтая как раз. Это вот здесь, да, на нем? Нет, на той стороне Пионер Алтая. Ваягач, он большой. По-моему, 1700 стоит на нем прокатиться до водопада Корбу. Телецкое озеро вот здесь. Место для фотографирования. Ой, красиво здесь. Люди вот отдыхают, на лодочках катаются, на каяках. Надо будет там тоже такую лодочку взять на прокат. И удочку с собой, Лера. Заплыть и рыбку половить. Сейчас хозяйка сказала, подойдет. Она не здесь. Комарики есть? На этом, наверное, камень не падает. Не знаю, возможно. Вода теплее, чем в Телецком. В каком Телецком? Это ой, есть Телец. Чем в Яровом. Теплее, чем в Яровом? Хорошая водичка, можно купаться. Холодная. Хорошая, говорю. Хорошая водичка. Мы сюда, получается, ехали из дома ровно 7 часов, представляешь? А на Яровое, на 50 километров дальше, мы ехали 6 часов. Вот такая дорога сюда, трудная. Такие мы молодцы, добрались до Телецкого. Будем сейчас планировать, чем будем заниматься завтра. А сегодня будем еще жарить шашлычок. Не, классик, красиво здесь. Курорт отличный. Сходи, кофе написано. О, лошадки в тумане. Заселились мы. И у нас вот такой шикарный вид. С этого домика, где мы живем. Вообще красота. И тепло на улице. Тучки, правда, ходят. 26 градусов показывает градусник. Но прям тепло, так уютно, как будто под одеялом. Пожарим сейчас сыр. У нас сыр греческий есть, который можно жарить. И купили в Камне на Обещу, когда ездили на рыбалку, сосиски. Так что у нас все из путешествия в путешествие переходит. Огромная туча. Все заволокло. Мама дорогая. Хоть бы она там засела, сюда не ходила. Лерка, смотри, какая радуга красивая. Причем она двойная. Видишь, выше еще радуга. Ага. Классно? Вон там начинается она. Да. Зато смотри, там даже гор не видно. Представляешь? Это такая туча села. Вон вдалеке, видишь, горы еле-еле видно как. Сосисочки у нас потихонечку жарятся на огоньке. Вот такие красивые у нас сосисочки. Вот. А тучки ушли, в принципе. Солнышко закрыли. Ну и там зато повиднело, как хорошо. Пока у нас только первые сосисочки пошли. Сейчас будем снимать пробу. Ты снял, давайте, как мы прекрасно ужинаем на фоне Телецкого озера? Да. Не снял. Мы сняли даже радугу, Наташа. Представляешь? А где я была? Ты готовила, а ты батрачила. Все прекрасно. Так, ну давайте, с приездом, с отдыхом. Телецкая. А что, ты уже выпила, что ли, Наташечка? Ну все, давайте с приездом нас. Все, теперь у нас еще и сыр есть, Наташа. Теперь снимай ты пробу. Я сказал... снимать пробу, я думал, снимать. Я сняла пробу, вкусный сыр. Вкусный сыр? Сготовился? Да, такой на гриле, прикольный. Угу. Так как в Греции. Как на Кипре мы пробовали, помните? Угу. Называется халуми. Халуми, да, пробуем. Вкусняшка? Ну, отлично. Для полной картины я решил еще и котлеты сжарить. Из щуки. Щуку, которую тоже из камня привез. Так что у нас полный набор будет. Ну, котлеты уже на завтра. Сегодня мы уже объелись. Лера, посмотри, какая красота получилась. Какая у нас. Какая красота! Посмотри, будешь? Какие горы. Мы будем создавать. Будешь котлетку? Котлетки. Вообще. Дай скажу твоим подписчикам. Вы понимаете то, что вы сейчас смотрите канал и видите будущего бизнесменов? Бизнес-леди. Бизнес-мена. А Наташа у нас шаман. Да. Это она, дочь, спрогнозировала. Ну хорошо, хоть мы успели все пожарить. Самое главное, чтобы не на все выходные. Ну и все, девчонки, сколько минут дождик шел? Ну, минут 10. 10, да. От силы 10, да. Поливал. Пошел дальше. Ну а здесь все у нас. Так что может еще успеем куда-нибудь прогуляться. Моросит, правда, дождик. Вот такой паром здесь ходит. Тут мне сказали 12 тысяч минимальная ставка отсюда до южного берега Телецкого озера. Там потом по реке Чулышман до перевала Катуйрык можно добраться и вверх до Акташа. Я в том году по этому Золотому кольцу на машине проехал. Так что если у кого есть желание, можете посмотреть. Да? Ну все, собрались мы все-таки идти.
Хотя дело к вечеру уже, да, девчонки? Я бы даже сказала, уже дело к ночи. Ну, 9 часов пока еще, видишь. Не темно, поэтому давайте он паром отходит. Прогуляемся. Бежим на паром. Ой, тут какие лужи. Опачки. Грязь-то какая. Опачки. Вроде я уже знаю, этот паром 12 тысяч стоит. Это, который отправляется с горного озера. 35 тысяч на две машины. Ну, тут видишь, в каждом дворе лодочка есть, чтобы туристов возить. Кошмар, как машины-то гоняют. Это местные, 04 регион. А там вверх, там гора. Куда? А это мы идем по центральной улице, да? Это да, типа... это променад. Променад у нас. Вечерний променад у нас. Это типа набережная, да? Да. Только, только вот она такая. Может, с коробками? Набережная. Зато... Может, с коробками пройтись? Лучше, конечно, на лодочке пройти, да? Но... Да, позорники, не могут дорогу сделать. Вот позорники. Дорога страшная, конечно. Ну, точно ресторан. Время работы с 11 до 23. Супер вкусно готовим. Салаты, супы, горячие блюда, десерты, напитки. Точно ресторанчик, видишь, какой? Упряжка. А, трактир написано. Да, давайте прячемся. А то нас сейчас обрызгают. Ну, смотри, везде. Сдам домики, баня, экскурсии по озеру, рыбалка. Владимир, везде эти объявления. Поэтому я думаю, кто сюда поедет, здесь жилье обязательно найдет, потому что везде очень много. Тут, в принципе, одно и то же, чем мы там идем. Ну да, что там грязно, что здесь пошли грязно. Вот тоже, да, благоустроенный дом. Похоже, вот этот дом и есть. Вот он, домики. Вот, смотри, туда дальше тоже. Да, да. Ну, пойдем. Я сейчас туда дальше пройду чуть-чуть, там получше. Там грязь, по грязи неохота идти. Вот, смотри, тоже гостевой домик, Наташа. Все сдается. Все здесь, по этой центральной улице. Здесь все сдается. Пока просто наслаждаемся красотами Телецкого озера. Горный воздух здесь, конечно, обалденный. Дышится легко, особенно после того, как дождик прошел. Ну а что вы хотели здесь? Все атрибуты сельской жизни. А, это коровы тёлки. Коровы? А, нет, бык, сто... нет, бык, два быка. Ты что, Наташа? Два быка. А там он маленький прикольно. Бычок тоже. Дерутся между собой, выясняют, кто из них, да, главнее. Да, конечно. Оба. Почти как коррида, да? Ну, кто в следующем году? На кого в следующем году сентябрята будут похожи? Вот такой нартыбаш. А там он кто-то лодку строит. Так-то, конечно, вот здесь интересно поселиться, чтобы сразу был выход на озеро. Тишина, гладь вообще классно. А, кстати, вот это место мне напоминает Байкал, где мы первоначально куда приехали, помнишь, по берегу? А, где этот... Где искали жилье и не могли найти жилье. Где ветер был сильный. Чего у тебя с ботинком? Ну, она же там запнулась. На какушку наступила корове все-таки, да? Домов здесь понастроили. Их, кстати, не было, этих домиков. Это вот за последние, наверное, года два их здесь понастроили столько много. Все сдается в аренду. Можно приехать здесь запросто. Кемерово, Горно-Алтайск. Кемерово. Вот у людей какие верандочки. Видишь, Лера? Верандочка небольшая, кухонька тут же. Здесь тоже все вот оборудовано для отдыха. Он мокрый, не надо. Вот катерок какой хороший, видишь, это на этих катерках возят по Телецкому озеру. А вот здесь прям можно рыбачить. А здесь прям можно утром искупаться и нырнуть. Да, вообще красота. А вот это знаешь, что такое, Наташ? Это орех здесь растет, представляешь? Да. У нас не растет в Сибири, а здесь растет. О, вот они, орехи, смотри. Грецкие, да, давай. Офигеть. Знаешь, что мы раньше раскалывали? Качели. Да он не вызрел. Он еще не вызрел. Почернеет и все. Ну вот он, грецкий орех. Он маленький, но... О, так он очень созрел, мам. Конечно. Ну, он пахнет зато орехом. Вот, завтра мы вот сюда.
Поедем. Горнолыжный курорт Телецкий, видишь? Вершина Кокуя. А вот. Мы где? Ну, мы внизу, Артыбаша написано, видишь, 5 километров. Ну, там море. Завтра сюда поедем. Двухместный бугель катается даже. Это кресло. Да, это двухместная. Это двухместный этот, каралька такая двухместная. Это называется двухместный бугель. Чем мне нравится еще Республика Алтай, в отличие от Алтайского края, здесь продают спиртное до 11 часов вечера. Вообще классно. Ты сейчас все конторы. А у нас до 9. Сейчас все инкогнито раскроют. Будут продавать так же, как в. Вон, видишь, какая церквушка. Ну все, променад наш подходит к концу уже. Прогулялись по озеру. Какое красивое озеро, все-таки шикарное вообще здесь. Несмотря, вот там, конечно, вообще. Несмотря на то, что здесь сервиса, нет, дороги вообще убитые. Но мне здесь, тем не менее, нравится намного больше, чем на Яровом. Скажи, Наташа. Конечно. На Яровом, конечно, соленое озеро, но там степь. Здесь горы. И такое шикарное озеро. С Яровым. С папой два противоположности. Я в степи вообще родилась, а папа... Папа Горец. Папа родился в Междуреченске. Под ноги смотрите, а то можно наступить на какахи коровьи. Поэтому... Лера, смотри осторожно, иди. Угу. Тут мины, тут кругом заминировано все. Наташ, ну я понимаю, что Ярово — это практически твоя родина, да? Но тем не менее, согласись, какой здесь воздух, какая здесь природа. И какое отсутствие там природы. Там природы нет практически. Поэтому все. Идем в домик. Мы же, наверное, на боковую. Да нет, сегодня уже не пойдем.